тут еще ничего. Нормально, в рублях проехали. Да ладно. Хочешь сказать, ты тут проедешь? Да ладно, что, на мост сразу. Тут ты останешься, нахуй. Пожизненно. Пока сурик. Да я думал, что вряд ли он со своей лысой резиной вытянет это дело. Пофиг. Да, пофиг. Пофиг. Куда он стоит? Давай его кинем на всякий случай, посмотри, плавает здесь. Боишься все-таки? Нет, вот и все, что еще раз. Подожди. Они так едят, да. Ну, ну, значит, матом он начал опять смотреть. Яблочко хватите, нет? У меня там 6 штук. Кто забрал? Да, я их уже вожу. А это так выглядит аппарат наш, да, воздушного охлаждения. Новая конструкция, вот уже покрашенный. То, что у меня там был не покрашенный, а тут уже покрашенный. Даже уже облупился в некоторых местах. Это приятно, значит, поработал. Приятно. Александр Николаевич с яблочком. А звук-то какой? Так, еще раз давай проверим, ничего не забыл. Вот еще один даже, да, и не снаряженный лежит, да. Пять. Дополнительно. Да. А что, а вот я тут тоже не снаряженный, да? Ну, снаряженный. Ну, только не забрасывал его, да? Туманный Альбион. Вот видишь, что заменил Вовлер, да? Да, это серенький, да, вот этот? Да, вот такой. Блядь, я же тебе говорил, да. Мне просто нужно было испытать. Узнать, да. Где что? Всего лишь так. Бочином. Бочином. Так, да, не вам само раздут еще. Не, раз тут клюнул, значит, надо крутиться. Че у него такие задырки на голове? Это сенсоры. А. Оно же в темноте ебашит. Сенсор. Ну я так перевел тебе. Я понял, понял. Хуй знает, как они правильно называют. Блять. Вот у кошки, эти самые, маленькие усики. Это дело надо... Маленькие усики. Брызнуть, да. Слышишь, маленькие усики у кошки, знаешь, как называются? Как, вибрисы. Вибрисы, это я знаю. Ну вот, а у этой твари как это все называется? Пес. С почином. С почином. Да. Да, хороший. Сатижи дайте. Давай, потому что крючок обломил. На. Обломился даже. Да. На. Давай, давай. Надо обломок тебе. А что это обломился у тебя крючок? Ну, один клык обломил. Гнилой, что ли? Ну как гнилой, если только купили? Китайский. Как китайский, называется? Значит. Дешевка называется. Отличный. Китайский, значит, отличный. Выскочил, кажется. Да. Супи найдешь. Вот тут оно. Спасибо. Здоровья, кушайте еще.